как ловушку, западню. Пытался узнать больше что-то или, не знаю, как разведчик, что-то высматриваешь. Ладненько. Достаточно. Спасибо, Мон. Возвращайся здесь сейчас. Сеанс продолжается. Просто ты возвращаешься здесь сейчас к нам. Вернулась? Да. Хорошо. Смотри сейчас, где эта тварь. Есть, нет, если есть, то где? Ну, или я не знаю. Я сейчас проверяю Вселенную, и я ее не вижу в чистой Вселенной, в просторных Вселенных, скажем так. То, что я вижу, находится как обведен, ну, говорю, как вижу, а ты интерпретируй сам. Да. Вижу, как доска какая-то огромная, и на ней как контур нарисован. И нарисован не только контур, но прорисованы полностью все, скажем так, структуры внутри, как мозг, как глаза, как все полностью. Только это как похоже на чертеж, не на рисунок, но как чертеж. Вот именно такую это информацию. Чертеж прошлого или будущего? Это как копия, то, из чего можно... Это как, знаешь, то, почем можно построить изначально. А кто держит? У кого хранится? Кто хранит это? Этот чертеж. Это как какая-то закладка из прошлого в будущее. Угу. Кто ее положил? Та, которая была раньше, старенькая, та, которая. Угу. А для кого? Для себя же, чтобы смогла возвратиться. Так, ставь меточку красочкой на этот чертеж. Моей тоже. На чертеже есть я? Ну, схематически, да, есть. Еще в части ее мозга есть. Ты должен присутствовать, она считает. Иначе бы не сказала тебе это. Знала, что я, да? Кто я и что я уже? Да, знала. Ты ей порядком... А почему-то она решила остаться. Ты ей порядком поднадоел. Тогда зачем она меня оставляет? Более эффективно, когда часть твоего мозга присутствует в ее мозге. Не знаю, что это. Смотри, куда идет дальше этот чертеж? Кто его использует? Кто на него смотрит и по нему начинает работать? Там какой-то механизм стоит, похож на 3D-принтер, на сканер. Нет, на 3D-принтер вот именно и похож. И uh-huh. Программа какая-то есть. Записано, оно должно как включиться и выработать программу такую. Угу. А когда, посмотри, в субъективном времени в нашем, вот здесь сейчас? 5-7. Вот чего? Это не пойму, то ли 5-7 лет, то ли 57 лет. Я не вижу между ними какой-нибудь черточки или чего угодно. Просто циферка. Измени чертеж, попробуй. Заходи на квантовый уровень. Как квантовый компьютер. Что этот делать? Чертеж зайчика меняй. Какой-то. Да нет, процент меня увеличивай. А. Два это очень много будет. Это нормально. Пусть стоит 24 вот. Дальше смотри приоритеты мужское, женское.
Кто главный? Когда ты изменил часть тебя? Да, уже после. Да, там же идет приоритет как мужского, даже а не женского. Зафиксирую это. Что самки только для размножения. Решение принимается не ею. Да, зафиксировала. В этом трафарете посмотри память и свойства из других вселенных. О ее родной вселенной для начала смотри. Где там информация о ее родной вселенной? Да, ей занимает какая-то, как знаешь, 2 или 3 соты вот. Стирай. Меняй на нашу вселенную. Угу. Дальше весь этот чертеж внутрь сверни, разверни на противоположное полностью. Мои структуры остаются прежними. Да, я поняла. Да, свернула, развернула противоположные. Твои структуры остались. Преимущественно мужской энергии осталось. Когда этот... Смотри, это соединяется с принтером, и принтер посылает по ней сигнал. Да. Где бы я ни был, чего ни был, что он начинает работать. Да, я поняла. Связь между тобой и этим принтером да. Устанавливается. Теперь сигнал между мной и принтером за 7 лет в прошлое направление нет. Да, сделала. Что-то тяжело идет. Почему я как-то тяжело принимаю этот сигнал? Немножко неправильно градуировка выставлена, не 7 лет, что-то по-другому. 5 попробуй. 10. 8. Ну давай 8, да. Потому что 7 лет, видимо, будет мало для подготовки. Давай 8 лет, хорошо. Да, лучше пошло. Прошло. Видимо, я был или уже мертвый, либо еще не готов родился и прочее. Давай 8 лет, хорошо. Информация прошла полностью, да? Хорошо все? Да, да. Повело позвоночник. Иначе прошло. По нему много информации проходит вверх-вниз. По времени. Хорошо, возвращаемся здесь сейчас, смотрим Землю. Управляющие структуры Земли. Заходим от структур бывших тварей. Что там происходит? Как какая-то коричневая пена сверху. Вот когда я смотрю на пространство Земли, скажем так, пена какая-то грязная. Что это такое? Откуда это она? Или пена, или клубы дыма. Бьется кто-то с кем-то. Пыль, да, пена. Кто с кем? Смотри, кто с кем. Остатки роя с остатком роя. Замечательно. А посмотри, почему они столкнулись, кто из них чем отличается? Потому что ты их направил друг против друга. Они географически где? Один рой, другой. Один из-за океана, другой в Европе. Замечательно. Как, кто побеждает? Но пока вижу преимущество у тех, что за океаном. А тот, кто в Европе, он смотри, жертвоприношение проводит? Этот, да. А за океаном? Там более такая, не сейчас, более чистая энергия голубая идет. Да, это неправильная, но как бы я не вижу там. Хорошо. Смотри, тот, кто в Европе, к нему Россия относится?
Но не очень, какие-то структуры, но не все, как просто нитки идут из России. Давай отсечем нитки. Нафиг. Давай, подожди. Да, отсекла. Кто главный там в этом рае? Смотри. Там же и главного-то нету, там же второй за главным и третий бьется. Там их четверо было, но сейчас я вижу второй, третий, первого нету, четвертый как покалеченный какой-то. Я удивлен, что из тех четверых, что мы разобрали как-то, двое выжили. Ну вот второй и третий. Угу. Один мертвый, один покалеченный, так и вижу. Как инвалид. Ну вот, сейчас смотри, что с ними происходит. Сопротивляются. Почему? Я их присанул. Смотри, что я происходит. Я вижу, они раскручиваются, вот просто как на месте кружатся, как волчки. Один и второй пытаются напасть, как палец твой. Вот ты их давишь, а они на твой палец пытаются напасть. Прикольно так. Я даже вирусом их не давлю информацией. Мне интересно в Doom поиграть. Такого же ранга есть? Смотри, давай ниже пойдем. То есть пространство очищаем и идем вниз от этих четверых. Как просею. Вот я сейчас роид формирую. До какого уровня моя энергия проходит, потом как бы сопротивление? Что мешает? Там нужно как-то изменить сознание, оно как коллективное не пропускает сигналы от тебя почему-то. Угу. Как какой-то фильтр так. Стоит или что-то, что не пропускает, там наглухо закрыто. Нужно убрать эти заслонки. Они научились игнорировать сигналы мои, папы и прочее, поэтому я просто их чуть-чуть поприжму. Это чуть-чуть? Да? Как умею. Смотри, бублик, что с ним происходит? Ну, крошится, рассыпается. Хорошо. А пусть люди увидят это, европейцы. Да, видят, пальцами показывают, что смеются. Не страшно, улыбаются. Энергии меняются, как тучи расходятся. Но эта визуализация идет просто считывая. На уровне эмоций, на уровне энергии. Куда как бы связи этого, обнажаются связи этого бублика, рассыпающегося? Куда связи идут? Это вот эти ребра, которые там торчат? Ну да, связи, ребра, углы твердые, да. Как углы. Которые его как бы поддерживали. Вот кто оказывал поддержку? Географически. Это в центре Европы. И нет, выше, вот туда вот. Еще. И внизу. Так, и еще. Смотри все. По контуру иди. Отсекая. Ну, что там, восток. Отсекай дальше, да-да. Да, отсекаю. Это уже круг такой конкретный пошел. Это уже вверху, вот внизу, вот что это такое? Какая структура внизу сопротивляется? Та, которая вообще не привыкла думать, та и сопротивляется. Та, в которой наибольше по сознание подключено. Они какие-то как вместе все делают все заодно, как роботизированные, что это они делают такое. Посмотри, кто это, что за люди, как одеты, чем занимаются. Маршируют.
Еще. Пляж, что ли, марширует? По-моему, марширует. Хорошо, маршируют. А где они маршируют? Улиц. А в чем они одеты? Форма на них на всех одинаковая. А по каким улицам? Какой город у них там главный? Рим. Весь Рим или по части? Часть. Гвардейцы. Еще верны, но через них, через как символ работают. Кто через них работают? Они-то пешки. Еще какие-то программы, которые встроены в них, как внутрь головы у каждого есть. Они подчиняются какому-то компьютеру, и от этого компьютера исходят команды. Он работает. О, давай найдем компьютер. Давай найдем компьютер. Это как-то как другая сторона где-то Европы. Это не рядом находится. Вот нет, в том же городе, в том же районе, как маленький приемник есть такой, куда сигнал поступает. Но сигнал поступает вот, смотри, вот вверху Европы, что это там, не знаю. Вот оттуда идет сигнал. Угу. Прям точка красная горит. Ну это Швеция, любимая. Давай-ка посмотрим эту точку. Аккуратненько сверху заходя. Там есть пару ловушек, я их убираю. Смотри, что это. Какая-то странная технология, машина, которая делает обчисления и отправляет куда-то волны, а потом принимает назад эти волны и обратно делает обчисления. Вычисления какие-то, не знаю. Как из пространства. Из пространства да. Возможностей берет какую-то вот одну реальность или одну возможность и ее просчитывает. И потом поэтому она управляет, дальше передает. А кто ее контролирует? С какой целью? Посмотри людей. Эта программа была записана на много лет наперед, и она установлена как на автомате работает. Никто не ожидал, что могут произойти какие-то изменения, и она будет ненадобна или нецелесообразна. Никто не может ее остановить или не хотят, не считают нужным, возможным остановить эту симуляцию. Ну, он же долго наше общество, нашу реальность. Смотри, на что он влияет, этот компьютер. Он как дятел волнами своими меняет реальность, общество, да, людей, мозги. Да, я вижу, он передает сигналы какие-то, как маяки где-то стоят в... Да, во многих городах, я даже не могу сказать, где их нету, на каком-то расстоянии друг от друга стоят, принимают эти все волны и раздают эти волны по пространству. Люди какие-то, как мозги мягкие, не знают, что это за визуализация. Смотри, этот компьютер, цель, давай пробуем его чуть-чуть перепрограммировать. Когда он обращается к нашей голографичной вселенной, его сигнал уходит не туда. Мне прям аж больно, когда я от имени Вселенной принимаю его сигнал. Этот сигнал заворачивается, закручивается и уходит мимо. Угу. Разворачивается и идет на себя. Да, я так делаю. Получается круг. Ускоряя вот этот вот круг, он как бы сам себя долбит уже. И пока он не сломается. На всех реальностях пространства. И все реальности просто начинают воевать между собой, схлопываться, конфликтовать и разрушать себя. Он меня достал, я уже не хочу даже перепрограммировать. Надо небольшую попадать. Да, я поняла, что нужно делать. Я именно так и запускаю этот процесс, чтобы он работал на саморазрушение, чтобы эти волны как загибались внутрь и разрушали сами себя, не получая ответа и... Да. Да, бери сам симуляцию от самого себя, пусть он зацикливается, обсчитывает сам себя, пусть берет информацию не с нашей вселенной, а с одной из своей симуляции. Подставь его собственную симуляцию, одну из. Я поняла. Вместо нашей вселенной. Да, я поняла, я так и сделала. Я вот сейчас его еще изолирую и подбрасываю вверх чуть-чуть. Так, что с ним происходит? По времени немножко перемотаю, посмотрю.
Он на какие-то кубики рассыпается, на пиксели, это как ледяные какие-то глыбы, такие, знаешь, как кубики льда. Вот водичка просто течет, дым пошел, он, по-моему, он сам себя перегрел. Да, я взял один из этих черных кубиков, да, и превращаю в светящуюся точку. И точка на распространение на всю Вселенную. Уничтожил. Сделай то же самое. Покажи кубики нашим друзьям, мушкам. Кто покушается, хочет вкусное. Да, на благо... Лучикам, облачкам, если хотят. На благо нашей Вселенной. Да. Угу. Теперь да, такие там искажающие. Много, там много съедобных частей для... Теперь смотри, наша Вселенная, вот я ее чувствую, если также кто-то начинает долбить и искажать, есть эталон, то есть эхо доходит до некого уровня, и там происходит сверка с эталоном. Если это не соответствует плану нашей Вселенной и Создателя, идет искажение против воли создателя, этот сигнал, как противоволна, отражается и идет в центр, там ищется вот этот мозг, этот квантовый компьютер, и он уничтожается, сгорает. Да, я поняла. Он сливается с нашей голограммой, нашей Вселенной. Да, я поняла. Препрограммируется, который не препрограммируется, уничтожается. И распространи это знание о сверке на всю Землю. Да, что теперь эту лунную сверку нужно проходить. Да. И смотри, какие квантовые компьютеры сейчас на Земле не проходят эту сверку, эту проверку, которые работают против нашей Вселенной. Вот один какой-то я вижу. Место. Северная Африка. Что это такое? Ближний Восток, Северная Африка, Аравия, вот туда где-то. Один где-то. Это что-то связано с Китаем, по-моему, это Китай. Вот он не проходит. Один это какие-то Южные Штаты, это возле Мексики, прям там. Угу. Вот который в Китае, он как бы не активен. Посмотри, когда его планируют запустить? Он как бы стоит с такой программой, но его не запускают. Почему? 24-й, по-моему, год. Или 21-й, или 24-й. Да, 24-й. Угу. А, планируется на будущее, да? Угу. Тогда его на этот запуск можно, смотри, в центре точка, и там моя информация, он перепрограммируется. Перепрограммировать в соответствии с волей. И его действия 20% менее эффективны. И более гармоничны в соответствии с волей нашей Вселенной. Да, я поняла. Прикольно. Вообще связь пропала, но я тебе каким-то образом услышала, что нужно сделать. Подключи. Угу. Да. Да, перепрограммировала 20%. Если хочешь, подключи дружественные наши. Компьютеры пользуются им. И как угодно. Пока он бездействует. Я не услышала тебя, Илья. Вот вообще пропала связь. Если кому-то нужно использовать его ресурсы, пока им никто не пользуется, дружественные наши квантовые компьютеры могут им пользоваться. А, я поняла, его мощностями, его, да, я поняла. Если надо. Я поняла, если нужно. По доброй воле. Вот он, я показала, где он, и указала на него. Я, по-моему, когда мы были вот там где-то в Швеции, что-то цепануло, Илья. Угу. Затылок смотри. Да ужас, ты что? Угу.
А что это? Какие программы? Не знаю, как ловушка какая-то, месиво какое-то там сзади у меня, видишь? Сразу что-то как под дых ударило, а потом вот затылок. Так. Да, все, я убираю. Ну, я съел это. Алло, кто это запихнул? Так, это сейчас прошлый наш. Что? Мона, это сегодня? Это подцепило сейчас? Да, это сейчас, буквально вот несколько минут назад, когда мы смотрели вот в Швеции, вот это все загуглили. А, то есть ловушки я не все убрал. Хорошо. Может, я куда сунулась, не туда. Ну, я сейчас возьму лом и все эти капканы нахрен просто по это. Они схлопываются на лом и все. Смотри, кто ставит эти ловушки. Те, кто устанавливали программу, они сразу и ловушки поставили. Они умеют эти ловушки обходить, у них карты какие-то есть. Тот, кто обслуживал этот компьютер квантовый. Какая-то команда. Они на каком уровне работают? Посмотри, на каком уровне они работают, соответственно, определи уровни ниже, выше, как обойти эти ловушки, просто чтобы их не было для... Я поняла, о чем ты, я увидела. Повыше они в эфирке есть. Привет, когда ты за... Да. И плюс еще ты заходишь к любому квантовому компьютеру, смотри, как животом. И, по крайней мере, я так делаю. И как бы обхожу эти ловушки. Они не сработают, потому что я намного больше. Но впредь, когда мы заходим, мы сзади этих ловушек. Черный ход. Да, я поняла все. Они рассчитаны на людей. Сколько можно, вон, как человеку заходить по привычке? Заходи не как человек. Ладно, Китай оставили. Смотри, Япошка. И Япония. Есть там такие компьютеры? О, там есть, да. Они как настроены к нашей вселенной? Не очень хорошо, начиная где-то с 17-го года. Хорошо, но они намного светлее, скажем так. Да, давай чуть-чуть перепрограммировать. Они дружественные, но не очень хорошо. Начиная с 17-го. Раньше они вообще как бы более были. А что произошло в 17-м, не знаю. А, так посмотри, кто им дал команду. Откуда? 16-й, даже не 17-й. Угу. Да, это пришла команда как с другого континента, как с Америки какая-то команда. Идет информация как прощальный привет, не знаю, что это. Угу. Хорошо, оставь их в покое, потому что они почему-то, с моего радиус действия, только на Японию. Угу. Раз только на Японию, фиг с ним. Так, США. Давай восстанавливаемся. От всех. Смотри на мне структуры. Тоже такие ловушки есть? Где? Есть, поубираю, висят. Угу. Как капканчики. Как капканчик. Тряхни просто. Ничего жизнь не учит, ладно. На мозге, блин. Я тоже мозгом там суюсь. Стол. По привычке. Покажи мне эти компьютеры. Да ладно, не смотри. Один и второй. Что они делают? У них специализация есть какая-то? Угу. Тот, который... Смотри. Тот, который на юге, тот, который я говорила, что ближе к Мексике. Он каким-то образом пытается строить, высчитать, перестроить
Знаешь, что это ДНК, геном, что это они рассчитывают. У них какая-то узкая специализация только по одному вопросу. Понял. Чипизация, подключение людей всех к них. Первое, сделай связь двусторонней. Все чипированные теперь могут влиять и на этот компьютер тоже. Подчинять его себе. Mm-hmm. Равнозначно. Смотри, что с ним происходит. Как перегруз. Угу. Теперь, что он должен был делать с подключенными к нему? Управлять, а потом какое-то одно мгновение выключить. Угу. Кто ему дал такую программу? Тот, кто его программировал, тот в него эту программу и вложил. А кто программировал? На уровне человека? Да, да, человека. Угу. Видишь, вот смотри на него. Опиши его. Высокий, коротко стриженный, темные волосы. Странно, я его почти не вижу. Либо он какой-то очень большой. Нет. Почему он такой большой, особенный? Что в нем особенного? Он мертвый. А, вот оно в чем дело. Угу. А, поэтому плохо видишь, он развоплощенный. Так, ни души, ничего. Видимо. А от чего он умер? От хвори, которая проявляется в теле, как плесень разлазится по телу. Угу. Отравляет структуру тела. Занимает какой-то... После чего она началась? Кто-то напустил? Когда организм сам себя кушает? Я понял. Вот давай всех, кто работает с квантовыми компьютерами, направим по его пути. Он же главный. Все, кто так программирует квантовые компьютеры. Навред людям. Получается. Да? Все, кто программирует. Люди уйдут. Да, навред людям. Квантовые компьютеры против нашей Вселенной, против людей, против гармонии, на изменение нашей Вселенной, законов нашей Вселенной и на извращение, то есть такие квантовые симуляции, следуют за ним, потому что они тоже идут против нашей Вселенной, и, соответственно, Вселенная от них отторгается, отделяется и выкидывает. Да. Лишаются энергии поддержки и начинают гнить без жизненной силы. Жизненные силы их покидают даже заемные, даже из жертвоприношений. И времени жизненные у них нет даже заемного. И времени у них нет, да, никакого. Потому что время обратно начинает течь в нашей Вселенной, но с плюсом фонтанирует, а когда ее покидает, оно уходит в минус. Вот хороший пример. Этот комп я раскручиваю, чуть-чуть программирую на помощь людям. Угу. Да, я вижу. Ладно. Всплываем на сегодня достаточно. Обсудим. Возвращайся в здесь сейчас, в свое тело физическое. Смотри, что осталось, как скидывай. Скушай, в конце концов. Потому что капканы вкусные, оказывается. Как собачки, которые это хотят укусить, а на самом деле сами пища. Собачки тоже бывают вкусные, хочешь сказать? Да, мне уже, по-моему, все вкусно. Да, лампочки.